хочу научить тебя рисовать первую бусинку. Для этого нам понадобится белое яйцо. Если оно сильно грязное, протери его влажной салфеткой или помой в воде. Нужно проверить, нет ли на скорлупе трещин. Яйцо должно быть теплое и сухое, а то отскочит воск. Яйцо можно подогреть немного в ручках. Давай рассмотрим форму яйца. Видишь, оно продолговатой формы. У него есть две вершины, верхняя и нижняя. Давай на вершинах оставим две пометки. Сейчас мы соединим две пометки целой кольцевой линией. Теперь накрест нарисую еще одну кольцевую линию. Теперь мы разделим яйцо пополам поперек. Карандашом много не рисую, стараюсь его использовать только для деления яйца на части, чтобы карандашные линии были тонкие и не сильно заметны. Части, которые у нас получились, называются окна, в которые пасынкари вписывают знаки и символы. Разделить яйцо на окошке можно по-разному. Можно разделить яйцо один раз на части по вертикали. Один раз пополам по горизонтали. А можно и по вертикали, и по горизонтали. Можно разделить его по горизонтали на три части. А можно разделить по вертикали на 8 частей. А если разделить вот так, это деление называется паучок. Можно разделить яйцо на три части наискосок. И самое сложное деление – это сорококлинка. Еще две дуги через вот эти вот два перекрестка. И внизу. В эти окошки можно вписывать разные знаки и символы. Я тебе сейчас покажу самые легкие из них. Самое простое – это точечки и кружочки. И они означают зерно жизни. Еще они могут символизировать слезы. Волнистые зигзагообразные линии символизируют воду. Если мы нарисуем небольшой завиток, он обозначает зарождение жизни. Если завитков много, то эта спираль означает развитие жизни. Если один завиток переходит в другой завиток, это сигма и означает бесконечность жизни. Это сосна, она означает долголетие.
Часто на песенках рисуют лестницу, что символизирует стремление к лучшему. Решетка на песенках отделяет добро от зла. А этот знак называется «Волове око». Вообще все кружочки обозначают солнце. Если внутри кружочка крест, то это означает утро, день, вечер и ночь. А сейчас мы нарисуем солнышко с волнистыми лучами. Это солнце с закрученными лучами вправо. Оно означает движение солнца по небосводу. Самая простая песенка одноцветная. Для такой песенки подойдет цвет темный и яркий, например, красный. А линии должны быть широкими и выразительными. Сейчас я обведу линии, которыми делила яйцо на части. Никогда не спеши обводить воском мелкие детали рисунка. Рисунок в каждом окошке должен повторяться или чередоваться. Я хочу нарисовать старинный знак, который означает целое письмо. В этом треугольном окне нужно найти центр и нарисовать там точечку. И так нужно повторить во всех 8 окнах. А теперь вокруг точечек я введу колечки. Точечки, которые мы обводим, это зерно жизни. А колечки – это небо, солнечный свет и тепло. Чтобы зерно проросло, нужно не только солнце, но и вода. И сейчас я рисую не лучи, а дождевые потоки, воду. Восковая техника очень опасна, связанная с огнем. Постарайся не наклонять низко голову, чтобы не загорелись волосы. Когда подогреваешь пусачок, подноси к огню только металлическую часть, чтобы не загорелась деревянная ручка. Помни, что пусачок очень горячий, не размахивай им по сторонам. Яйцом тоже размахивать не нужно,
оно может выпасть из рук и разбиться. Я нарисовала символ зарождения жизни на земле. Есть такая легенда: без огня и без воды, как без отца и без матери, нет жизни на земле. Я написала свою писанку на выдатке, поэтому я закрыла дырочку воском. Выдатка не тонет в краске, поэтому я придавлю свое яйцо грузиком. Прошло примерно 5 минут. Мое яйцо хорошо покрасилось в красный цвет. Нужно накрыть яйцо салфеткой и перевернуть. Хорошо его промокнуть насухо. Нам осталось снять воск. Для этого возьми салфетку в правую руку, а яйцо в левую. Поднеси яйцо к огню. Когда воск растаял, аккуратно вытери его салфеткой. Видишь, какие наши линии стали белые и красивые? Наша первая писанка готова.